К другим темам. За покупками без долгов. На рынке «Юбилейный» в Саратове искали должников. По торговым рядам и автомобильной парковке прошлись представители налоговой службы и судебные приставы. Они проверяли индивидуальных предпринимателей по базе данных. Нет ли у них долгов перед государством? К счастью, оказалось, что все продавцы и бизнесмены не имеют задолженностей. Всего инспекторы работали на рынке больше 4 часов. Проверке подверглись также и покупатели, приехавшие на рынок на личных автомобилях. Данные регистрационных знаков приставы проверяли по базе должников. Данные рейды проводятся регулярно. Проверяются как индивидуальные предприниматели, которые работают на территории рынка, также проверяются посетители рынка. В избежании неприятных ситуаций каждый налогоплательщик может ознакомиться с суммой своей задолженности в личном кабинете налогоплательщика, а также посетив отделение налоговой по месту своей регистрации.